Приветствую подписчиков и гостей канала Все о стиральных машинах и бытовой технике. Сегодня у нас топ-5 рейтинг лучших электрогрилей до 5000 рублей. Ссылки на лучшие электрогрили до 5000 рублей вы найдете в описании к данному видео. Пожалуйста, переходите, смотрите. Ну а наш рейтинг возглавляет электрогриль Kitford KT1672. Вообще, забегая вперед, скажу, что в этом ценовом сегменте Kitford, он уже достаточно приличный промежуток времени держит первенство. Почему? Потому что его электрогрили достаточно дешевый, достаточно мощный, функциональный, современный. Значит, данный конкретно гриль, он имеет мощность 2000 ватт, металлическая поверхность, хорошая с антипригарным покрытием, контактный гриль, поддон для сбора жира, есть защита от перегрева и функция регулировки температуры. Такой современный стильный гриль, не толстый, красиво выглядит ну и в принципе работает очень хорошо терморегулятор здесь вот оригинально так сбоку расположен ну и поддон качественный достаточно то есть все это отключается отсоединяется разбирается моется без проблем и убирается Легко подготовить, легко начать готовить, ну и легко также его потом помыть и все это убрать. Это гораздо лучше, чем готовить, ну например, в том же духовом шкафу, потому что духовой шкаф отшкребать потом от этого жира, от всего, хоть какие там поддоны подкладываю, все равно жир летит во все стороны, на стенки. Ну, то есть сами понимаете, что чистить намного сложнее. Хотя, конечно, еда, приготовленная на гриле, она, ну, пожалуй, не полезнее, чем в духовке, но тем не менее, зато проще все это дело собирать и проще подготовить я еще раз говорю и потом помыть 2319 рублей стоит рекомендую на втором месте у нас располагается электрогриль kit ford 1656 более старенькая модель в более классическом стиле сделана тоже мощность идет 2000 ватт материал корпуса комбинированный также антипригарное покрытие качественное контактный гриль крышка поддон для сбора жира и так далее. То есть есть режим барбекю. Регулировка температуры осуществляется поворотной ручкой. Все достаточно просто. Опять-таки просто он моется безо всяких проблем. Ну, с разборкой чуть потяжелее, чем у предыдущих моделей. Ну, в принципе, что тут особо разбирать? Просто извлечь поддон. Ну и вот эти помыть металлические поверхности. Все остальное тут без проблем как бы отмывается, если есть необходимость. Стоит 3871 рубль. Это модель чуть старше той, которую мы рассмотрели до этого и поставили на первое место. На третьем месте у нас расположился электрический гриль. Endeavor Grill Master 119. Очень удачная модель. Это и в плане металла, антипригарного покрытия. Ну и по мощности он неплохой. Да? То есть мясо нужные прожарки на нем приготовить можно в два счета. Контактный гриль также есть, поддон для сбора жира и другие ништяки, которые к этой модели прилагаются. 3054 рубля стоит. Далее четвертое место у нас занимает электрический гриль-пресс Bayer BR2003. В принципе, тоже один из лучших гриль прессов, но у него есть нюанс, у него мощность 900 ватт. Да? То есть, как бы маловато по современным меркам. Хотя со своей задачей справляется очень хорошо. Люди об этом говорят. Средняя оценка у этого гриля 4,9, при том, что оставили 90 отзывов. Это очень хороший такой вариант. Из особенностей антипригарное покрытие, контактный гриль, крышка, поддон для сбора жира и функция защиты от перегрева. Размеры этого гриля 25 на 29 на 11 сантиметров. Ну и стоит он в принципе недорого 2368 рублей. Ну и завершает наш рейтинг. Пятое место это гриль Centec CT1463. В общем, достаточно простой гриль. Классическая конструкция, можно сказать, устаревшая. Но она, в общем-то, привлекает до сих пор людей. Потому что ну, классика, как она может, по сути, устареть. Хотя вот лидер нашего рейтинга выглядит весьма изящно по сравнению с этой моделью. Мощность 1800 ватт, металл это рабочая поверхность с антипригарным покрытием. Причем сталь достаточно хорошая, контактный гриль, поддон для сбора жира, антипригарное покрытие, возможность использования верхней панели как самостоятельной тоже плюс, да регулировка температуры, ну и другие ништяки. Размеры 60 на 70 сантиметров. То есть, это довольно-таки большой гриль. И если жарите там тоже мясо, либо там, бутерброды те же, либо еще что-то, овощи там на большую семью, то, конечно, лучше предпочесть именно такой гриль. Оценки неплохие у него на Яндекс.Маркете и стоимость 3167 рублей. Ссылки на лучшие электрогриле до 5000 рублей вы найдете в описании к данному видео. Если этот ролик был вам полезен, ставьте палец вверх, жмите на кнопочку подписаться под видео, жмите на колокольчик и всего вам хорошего.